В Южной Корее новый президент. В ходе одной из самых напряженных гонок в истории страны был избран кандидат от южнокорейской консервативной оппозиции Юн Сок Ёль. 60-летний Ёль на несколько процентов опередил своего соперника, действующего президента Мун Чжэ Ина. Новоизбранный глава государства обещает работать теперь уже с оппозиционными партиями, чтобы объединить политиков и добиться единства. Он также планирует укрепить оборонную способность страны. «Я создам сильные вооруженные силы для сдерживания любых провокаций, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет нашего народа. Я жестко отвечу на незаконные и иррациональные действия Северной Кореи, но я также оставлю дверь открытой для диалога». Во внутренней политике Юн Сок Ёль обещает ослаблять контроль государства. «Я создам рабочие места и укреплю средний класс, сместив фокус с государственного управления на частный бизнес. Мы не можем поддерживать благосостояние без роста». Южнокорейцы надеются, что новый президент принесет экономике процветание. «Сейчас очень не хватает рабочих мест. Надеюсь, эта проблема решится и экономика восстановится». «Убийства людей в ходе войны никогда не должны повторяться. Хотя Северная Корея все еще угрожает нам ядерным оружием и войной, это не должно вводить в заблуждение нового президента». Несмотря на то, что Ёль новичок в политике, он прославился после того, как возглавил громкое расследование коррупционных скандалов вокруг помощников Мун Чжэ Ина. Он обещает искоренить взяточничество и перезагрузить отношения с Китаем. Явка на выборах превысила 77%. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.